Всех приветствую. Данный ролик первый из запланированной серии по материаловедению, посвящен UV-развертке и базовым параметрам материалов. Я понимаю, что большинство это, скорее всего, знают, но с чего-то надо начинать. Что такое UV-развертка? Ближайшим аналогом UV-развертки является банальный бумажный выкройка. То есть это 3D-объект, развернутый на плоскость. Собственно, для чего-то нужно, спозиционировав уже развернутый объект в пределах нашей текстуры, мы будем точно знать, где и что у нас будет отображаться. Это основное предназначение UV-развертки. Надеюсь, понятно. Да, хочу предупредить горячие головы, что вырезав UV-развертку, в 99 случаях склеить 3D-модель вы не сможете. Применительно к кубу, да, это прокатит. Для более сложных моделей можете даже не пытаться. То есть надо понимать, что UV-развертка — это аналог бумажной выкройки, но это не бумажная выкройка. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что UV-элементы очень часто деформированы. То есть они не соответствуют полностью геометрии объекта. Если на кубе это не актуально, то для более сложных моделей, для органики в частности, без этого деформации не обойтись. Поэтому можете и не пытаться вырезать UV-развертки и клеить модель. Так, резать модель на UV-элементы можем только по ребрам, конечно. Теперь про некоторые нюансы. Ну, во-первых, UV-элементы могут быть наложены друг на друга. То есть это нормальная практика, когда мы хотим отобразить одно и то же изображение на разных частях. Разумеется, они могут быть масштабированы, как нам заблагорассудится. Деформированы, само собой. Вот. Ну, изображение деформируется соответствующим образом. Также, как видите, чем меньше мы пикселей выделим на конкретный элемент, тем меньше будет его качество. Вот, например, семерки сейчас, думаю, будет хорошо видно. Что на маленькой была, что мы такой кусочек выделим. Качество изображения будет существенно разниться. Что еще важно? UV-элементы могут выходить за пределы базовой текстуры. В этом случае текстура автоматически начинает повторяться. Но это не обязательно. При желании режим повторения можно выключить. Как и зачем, в свое время все покажу. Пока просто к сведению. Еще момент. UV-разверток у модели может быть несколько. Я не знаю, есть ли какие-то ограничения на их количество. Максимум я доводил сделать штук 7 в пределах одной модели. Вот. Ну, в общем-то, имейте в виду, что это возможно и порой даже необходимо. На самом деле, как минимум 2 UV-развертки это является нормой, особенно при запекании статичного освещения. Обычно делается одна UV-развертка для текстурирования, вторая для так называемой лайтмапы. То есть это, в принципе, нормальная практика. Ну, бывает, делают больше, но уже с другими целями. Какими, в свое время все покажу. Так, по UV-развертке у меня, пожалуй, все. Наверное, стоит переходить уже непосредственно к материалам. Как создать материал? Щелкаем правой кнопкой в контент-браузере, щелкаем материал. При желании нажимаем зеленую кнопку, тоже нажимаем материал. Третий вариант, правой кнопкой по текстуре, создать материал. В этом случае текстура будет сразу подключена. Ну, редко требуется, но как вам удобнее, так и делайте. Так, создаем материальчик. Видим вот эту большую табличку с кучей надписей. Это основные параметры нашего материала. Практически вся логика, которую мы будем создавать, будет рано или поздно подключаться сюда. Сразу говорю, есть исключения, но пока не заморачивайтесь. Доступность данных параметров зависит вот от этих настроек, которые можем выбрать в свойствах нашего материала. Ну, вкратце сейчас по ним пробегусь. Так, тип материала. По умолчанию включен основной материал, но он самый распространенный, то есть это непрозрачный материал с основными доступными параметрами. Есть альтернативные варианты, то есть это материал декали. Вот, материал для лампочек, для светящихся объектов. Так, для волюмов. Очень сложная тема, на самом деле, эти волюмы. Даже не уверен, что будут про них рассказывать. Так, материал постпроцесс. Это материал постобработки. Вешается либо на камеру, либо на постпроцесс волюм. На канале уже были примеры по использованию. И, соответственно, для интерфейса. Как видите, доступность параметров сильно разнится.
Так, blend mode. Тут основной вариант — это непрозрачный материал, потом masked материал — это прозрачность либо есть, либо нет. Потом третий вариант — это уже плавная прозрачность. Самый сложный и самый проблемный материал на самом деле. С ними очень много проблем, к сожалению. Но остальные варианты практически не используются. Ну, может быть, аддитив только что. Вот остальными я не пользовался никогда. Так, shading model. Это два основных режима. Либо освещаемый объект, либо неосвещаемый. В этом случае он будет только светиться, соответственно. Разумеется, есть и другие варианты тут. И для растительности двусторонний, там с подповерхностным рассеиванием и прочее, прочее, прочее. Уже разберем на конкретных примерах. Так, параметр две стороны. То есть дело в том, что у нас объект по умолчанию имеет одностороннюю прозрачность. То есть с одной стороны видно, с другой стороны не видно. Если поставим эту галочку, объект будет виден с обоих сторон. При желании можно прописать логику, чтобы текстуры с разных сторон были разные. В дальнейшем обязательно это покажу. Так, что еще? А вот эта галочка сворачивает всю эту табличку в одну структуру. Ну, не то, чтобы часто требуется, но в дальнейшем я примеры покажу, для чего там может быть нужно. Разумеется, этим параметры не ограничивают. Есть еще целая куча всяких параметров, львиная доля из которых вам никогда не понадобится. Поэтому заострять внимание на них не буду. Во всяком случае, не сейчас. Теперь вкратце пробежимся по основным параметрам. Так, Base Color. Понятно, что это либо основной цвет, либо значение типа Flat. В диапазоне от 0 до 1. Понятно, что влияет на цвет конкретного пикселя. Думаю, это понятно. Так, Metallic. Диапазон значений от 0 до 1. Подключаем либо также одиночные значения. То есть 0 не металлический объект, 1 металлический. Либо черно-белую текстуру. Так, параметр Specular отвечает за силу отображаемых отражений на нашем объекте. По умолчанию значение 0,5. И как написано в документации, для 99% материалов менять его смысла нет. Как правило, карта Specular в Unreal не используется. Вот. Но если вам сильно хочется, можете сделать. Дальше карта Roughness. Вот это, наверное, одна из важнейших текстур, то есть отвечающая за шершавость объекта, то есть 0 или черный. Гладкий объект, 1 максимально шершавый. Визуально сказывается очень сильно. Подключаем либо, соответственно, одиночные значения, либо черно-белую текстуру. Ну, в данном случае у меня сейчас будет металлический, гладкий объект. Как видите, с ярко выраженным зеркальным эффектом получился. Так, анизотропия. На самом деле данный параметр, как правило, используется в связке с параметром tangent, но вообще не используется, ну, крайне редко. Я видел, наверное, всего один-единственный пример, где это было задействовано. Суть самого параметра отвечает за растяжение отражения по касательной. А параметр tangent как раз позволяет задать эти касательные. Карта, подключаемая к tangent, чем-то напоминает карту нормалей. Но именно что напоминает, то есть она не является даже ее аналогом. На самом деле два этих параметра практически не используются. Я видел всего, по-моему, один или два примера, где это было задействовано. Так, Emissive Color. Наверное, один из немногих параметров, куда имеет смысл подключать значение больше 1. То есть задаем цвет, умножаем на какой-нибудь коэффициентик. Например, там, я не знаю, 10 хоть что ли. То есть чем больше значение мы сюда переводим, тем сильнее будет светиться наш объект. Подключить можете, как видите, как цвет, так и цветную текстуру. Соответственно, и умножив ее на некий коэффициент, задайте интенсивность свечения. Весьма полезная штука, используется очень часто. Так, параметр Normal. Сюда подключаем небезызвестную карту нормалей, которая задает наклон пикселей относительно поверхности. Позволяет отобразить мелкий рельеф поверхности. Карта используется очень широко, есть куча заморочек с ее запеканием. Возможно, наслышаны. Вот. Ну, добавить про нее пока особо нечего. Есть нюансы, о них расскажу в свое время. Так, tangent тоже был. Так, word position offset. На данный момент из доступных это единственный параметр, работающий на вертексном шейдере. Конкретно данный параметр позволяет сместить вершины полигональной сетки, то есть деформировать наш объект. Ну, то есть, если, например, сейчас подам значение, ну, например, я не знаю,
ну хоть 20 что ли, то наша сфера визуально сместится. Работает в мировой системе координат. Не знаю, будет ли заметно. Ну, не особо заметно. Ну ладно, в дальнейшем более подробно это разберу. Vertex No Shader я еще не раз вернусь, может не сомневаться. Так, Ambient Occlusion. Сюда подключаем либо черно-белую карту, либо одиночные значения. Отвечает за эффект самозатенения. На самом деле я не люблю использовать данную карту. Предпочитаю запекать ее в текстуру Base Color, чтобы лишней текстуры не было. Но, тем не менее, встречается довольно-таки часто. Так, Pixel Depth Offset. Данная нода отвечает за смещение пикселей в пространстве. Используется крайне редко. Честно говоря, пользы от нее особо нету, поэтому внимания не обращайте. Насчет остальных недоступных параметров. Так, то, что у нас Custom Data, Refraction, Shading Model. Очень интересно. Ну, про эти параметры расскажу, наверное, в дальнейшем уже при разборе конкретных типов материалов. Некоторые из них, например, в пятом Unreal недоступны, то есть вот Word Displacement и тесселяция уже недоступны в пятом Unreal, например. Там тесселяцию вообще из материалов выключили. Вот. Ну, а некоторые потом разберем более подробно. Пожалуй, в рамках данного ролика у меня все. Я понимаю, что откровений здесь не было, собственно, они не планировались, откровения будут уже в следующих. Так что дальше будет интереснее.